Ну вот, друзья, продолжим. Владимир Лисунов. Его картины. Вот, друзья, такой небесный водопад 99 года. Еще оригинальные картины, мне нравятся. Пейзаж с зеркалом. Это, друзья, продолжение выставки. Этот «Ивы в воде», 98 год. К сожалению, художника этого уже с нами нет, друзья. Как я понял по Фейсбуку. Сонет, 75 год, друзья. Выставки очень-очень-очень картины, да? Уже, как говорится. По возрасте. Вот это вот автопортрет. Я вот этого даже не знал, что у меня такой автопортрет, друзья. 98 год. А это «Серебряный сад». 92 год. Все картины, конечно, своеобразные. Звон в серебряных кронах. Да. Поземка, 98 год. Заклинатель туман. Хрупкая реальность. А, 1, Лада, 5, 5, 8. Венера на качелях. Да, хорошо. Да. Говорят, в советское время его. Заря не знаком. В советское время, говорят, его запрещали. По каким причинам? Остается только догадываться. Там запрещали и особо не объясняли, а что почем. Советский человек должен видеть шедших на работу веселых рабочих. И после работы шедших домой. И так все такое, конечно, было чуждо. Роща в закате. Ну, друзья, вот здесь мы заканчиваем. Поезд «Далекое детство». Потому что мне уже снимать нельзя. Пока.